Летом всегда хочется как можно больше времени проводить на свежем воздухе. И в ближайшие несколько месяцев у саровчан будет возможность не только позагорать на пляже, поиграть в уличные игры или просто погулять по вечернему городу, но и погрузиться в увлекательный мир литературы. В сквере у Старого Фонтана сотрудники библиотеки имени Маяковского по многолетней традиции будут знакомить саровчан с самыми интересными книгами. О том, чего еще ждать от проекта «Летний читальный зал», расскажем далее. Темой первой встречи нового сезона летнего читального зала стал международный праздник «День отца». С помощью несложных творческих заданий ребята узнали много нового о том, каким образом появился этот праздник, откуда он к нам пришел и почему так важно поздравлять своих пап. Мы сегодня приготовили пословицы, поговорки, раскраски. Проведем в завершении небольшой мастер-класс. Будем петь песни, читать стихи, написанные о папах. С наступлением лета Эвелина Баранова с нетерпением ждет открытия читального зала, чтобы встретиться со своими друзьями и поучаствовать в новых тематических игровых программах. На этот раз Эвелина открыла для себя новый праздник и решила, что начнет готовиться к нему уже сегодня. Я нарисую своему папе открытку, сделаю какой-нибудь подарок. А вот молодая Шиженская в летний читальный зал пришла впервые. Здесь у девочки есть уникальная возможность познакомиться с новыми книгами и авторами. И заодно совместить полезное занятие с приятным времяпрепровождением на свежем воздухе. Мне очень нравится читальный дворик, и я буду посещать его все лето. Работники библиотеки стараются делать все встречи в рамках проекта информационно насыщенными и яркими. Это лето обещает быть интересным и плодотворным. Летний читальный зал работает каждый четверг с 16:00 в сквере около городского фонтана.